Азербайджан с каждым годом становится все более привлекательной локацией для туристов. С января по сентябрь 2022 года страну посетил 1 162 тысячи человек. Это более чем на 2% опережает показатель аналогичного периода прошлого года. Для привлечения еще большего количества путешественников в Азербайджан правительство участвует в различных туристических выставках, мероприятиях, ярмарках, где рассказывают о культуре и истории азербайджанского народа. 25 октября открылась выставка туризма в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Она организована Тихоокеанской азиатской туристической ассоциацией, членом которой Азербайджан является уже почти 3 года. Нынешнее участие Азербайджана в мероприятии Тихоокеанской азиатской туристской ассоциации – хорошая возможность познакомить жителей ОАЭ с культурой и историей страны. У нас будет представлен свой стенд. Вообще, с Тихоокеанской азиатской туристской ассоциацией Азербайджан сотрудничает с 2020 года. Однако в этом году мы впервые будем очно участвовать в их мероприятии. Выставка продлится 3 дня – с 25 по 27 октября. А 26 октября Флориан Зенгшмидт, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана, будет выступать на панельной сессии на тему изменений и новшеств в сфере как мирового, так и регионального туризма в период после пандемии коронавируса.